Good day. I'm Antonio Sullivan, partner and director at White Shield Partners, and I have the pleasure to have with me Yonar, who is a principal at White Shield Partners and expert on Central Asia and South Caucasus. And Yonar, we have the release today of the Global Labor Resilience Index 2021. And there are some, of course, important results for countries, with many European countries dominating the top 10 of this ranking. But countries in Central Asia and South Caucasus are still defending themselves quite well in the domain of labor market resilience. Could you elaborate on the results for the countries of Central Asia and South Caucasus? Глобальный индекс устойчивости рынка труда именно 2021 года имеет акцент, конечно же, на новые навыки, новые компетенции, которые нужны для стран, для того, чтобы абсорбировать, адаптироваться и трансформироваться в условиях глобальной пандемии. Регион Центральная Азия и Кавказ является середнячком, когда доходит дело до самой устойчивости рынка труда. Три страны с самыми высокими результатами в регионе – это Казахстан, 49 место, это Россия, 50 место, это Турция, 51 место. Средний показатель по всему региону составляет 55 место. Тем не менее, мы видим различные контексты по всему региону. Некоторые из них значительно улучшились, а другие страны испытывают стагнацию по отношению к устойчивости рынка труда. Одной из основных особенностей глобального индекса устойчивости рынка труда является именно концепция потенциала устойчивости рынка труда. Именно тогда, когда их циклические показатели выше, чем их структурные показатели. Это свидетельствует о способности стран повысить устойчивость рынка труда именно в краткосрочной перспективе, что очень важно для правительств многих стран. Например, Турция имеет высокий потенциал устойчивости рынка труда, поскольку она сможет улучшить свои условия, сосредоточив внимание на небольшом числе конкретных областей государственных политик, например, включая качество ее системы образования, защита прав трудящихся и уровень участия женщин и молодежи на рынке труда. Например, Казахстан. В том же регионе Казахстану удалось повысить уровень занятости молодежи. Для молодежи создается много возможностей в стране. Президент Казахстана объявил 2019 год годом молодежи в стране, который привлек внимание населения, особенно молодежи, бизнеса. Существует также много других государственных программ, направленных на создание возможностей для молодежи, допустим, как Жас Маман, Жас Каспкер, направленные на развитие молодежного предпринимательства и различные социальные государственные программы в жилищной сфере. Thank you, Yonar, for these insights on Central Asia and South Caucasus and for distinguishing between these different types of capabilities of resilience, including the absorb, the adapt, and the transform. Now, thinking ahead and going forward, what would be some recommendations, some policy recommendations that you would want to highlight for countries in these regions to increase and improve their labor market resilience? Спасибо за вопрос, Энтони. Важно признать уникальные проблемы, с которыми сталкивается каждая страна в регионе. Поэтому не существует универсального решения вопросов устойчивости рынка труда. Тем не менее, есть три универсальных вызова, которые должны быть рассмотрены лицами, которые принимают решения на фоне восстановления от COVID-19. Первое – это вопрос изменения климата. Для стран, зависящих от нефти, необходимо рассматривать и расставлять приоритеты альтернативных и более экологичных форм экономического роста. Естественно, тут нужна большая политическая воля. Многие страны по-прежнему в значительной степени зависят от природных ресурсов, однако они должны взять на себя определенные обязательства по альтернативным формам производства энергии с тем, чтобы превратить будущие риски в будущие возможности. Второе – это предпринимательство и инновации. Время и затраты на открытие бизнеса остаются проблемой для предпринимателей и инноваторов в этом регионе.
экономическое восстановление, основанное на процветающей предпринимательской экосистеме, является ключевым фактором, который может обеспечить многочисленные, качественные и высокооплачиваемые рабочие места. Она может стать отправной точкой новых источников экономического роста и поддержать диверсификацию экономики, что очень важно для многих стран в этом регионе. Реформа политики в сфере предпринимательства и инноваций может решать более одной задачи одновременно. Политика предпринимательства также может помочь странам решить проблемы, связанные с изменением климата. Примером успешной политики в этой сфере является Испания. Политики, лица, принимающие решения, создали новые способы поддержки предпринимателей, ориентированных на зеленые инновации. Существует несколько способов, с помощью которых политика может использоваться для поддержки зеленого предпринимательства, в том числе с помощью таких механизмов, как финансовая поддержка, техническая поддержка по повышению компетенций, создание сети аналогичных лиц или аналогичных представителей бизнеса и создание возможности наставничества. Зеленая сеть предпринимательства оказывает поддержку владельцам бизнеса и предпринимателям, помогая разрабатывать их бизнес-планы в контексте пандемии, объединяя их с инвесторами и предоставляя обучение и техническую помощь. Сеть объединяет более 400 инвесторов и сотни потенциальных предпринимателей, обеспечивая трансфер знаний между ними. Другим примером является Узбекистан, где президент часто акцентирует, что будущее за бизнесом, и назначает высокопоставленные чиновники, успешных бизнесменов, например, мэр Ташкента. Третий фактор – это цифровизация. Первым компонентом подготовки к ускоренной цифровизации является обеспечение основы, то есть инфраструктуры. Вы не можете извлечь выгоду из цифровизации многих аспектов жизни страны, если вы не можете попросту выйти в интернет. Цифровизация и изменение климата изменят ландшафт рынка труда. Если мы хотим смягчить воздействие, которое они могут оказать на безработицу, особенно в будущем, то мы должны сосредоточиться на переквалификации и обучении на протяжении всей жизни. То есть это касается системы образования, системы подготовки кадров, а также системы поддержки устойчивости рынка труда. Thank you, Yurnar Zargishov, for these insights on the findings for the Global Labor Resilience Index 2021 in the region and some of the policy directions that would take place, hopefully, and be implemented both in the shorter term over the next 12 months and also in the longer term, 3 to 5 years, in order to help these economies transform. So thank you once again, and we look forward to working with these countries to implementing these labor market resilience reforms. Thank you, Anthony.